Я решила поискать какие-нибудь бюджетные, доступные дуохромы, которым вы могли украшать свои макияжи. И я нашла вот эту вот палеточку. Итак, это бренд Lavelle. Вот такая вот черненькая палеточка в оттенке 02. Frappe Joss. В общем, название прочитайте сами. Цена у нее очень бюджетная, в районе 500 рублей. У нее мягкое покрытие, но, честно говоря, не очень приятное. В этой палеточке, помимо базовых цветов, есть три вот таких классных дуохрома. Ну а теперь давай нанесем их на глаза. Итак, для начала я наношу клейкую базу под наши дуохромы. Вау! Пальцем, конечно, наносится повеселее. Ну что, мне кажется, это реально очень красивые дуохромы. Здесь, я вижу, есть еще и пудра, и контур. А если ты хочешь посмотреть обзор на всю палетку со всеми сводчами всех оттенков, то обязательно переходи в мой телеграм-канал. Я там уже все показала.